Всем привет! Всем замечательной пятницы! Окончание недели. Взаимно. Начали мы эту неделю с того, что спросили у наших дорогих, любимых подписчиков, родителей, чем мы можем быть полезны, да, какие вопросы в образовании, воспитании детей вас волнуют. И мы получили один вопрос, ответ на который мы решили дать в прямом эфире. Почему? Потому что он настолько был ёмкий, настолько глубокий, настолько осознанный, настолько своевременный, что, соответственно, нельзя ответить одним-двумя предложениями, коротким сторис. Поэтому сегодня я сейчас присоединяю к себе в эфир автора этого вопроса, маму прекрасной девочки Ариши. Так, Мариночка, присоединяйся, пожалуйста. Привет, привет. Привет, привет. Очень рада видеть тебя в прямом эфире. Я тебя благодарю за твою активность, за твою осознанность и за те вопросы, которые ты задаешь, да, и думаю, что сегодня мы можем быть с тобой полезными огромному количеству мам, деток. Поэтому давай с тобой попробуем начать с того, что какой же все-таки вопрос ты задала нам, специалистам семейного клуба «Мечта». Ну, прежде всего, то, что меня интересует, это и в нашем меняющемся, быстро меняющемся мире, когда входят информационные технологии, входит искусственный интеллект, как правильно воспитывать, да, и на что обратить внимание в образовании наших детей. Ну, вот какой фокус сделать родителям и в первую очередь, ну, вот направить формирование наших детей как личностей. Ну, мы решили ответить на этот вопрос прямым эфиром, название которого «Смена парадигмы образования и воспитания личности нового времени». Давай попробуем с тобой понять, разобраться, да, что такое искусственный интеллект, насколько он входит в нашу жизнь и что по-новому мы должны, соответственно, чему мы должны научить наших детей, да, вопрос не как, а чему, в связи с такими новыми открывающимися технологиями. Ну, начнем с того, что искусственный интеллект – это математическая программа, которая умеет копировать любые определенные части окружающего нас мира. Да, вот сейчас я прям зачитаю дословно, что говорит разработчик одной из таких программ, да, о своем творении. Программа, которая умеет копировать любые определенные части нашего мира, упорядочивать их и структурировать эти части. И в дальнейшем на базе таких частей строить и создавать копии того, чего эту нейросеть обучали. Иными словами, да, нейросеть – это глобальный копировальный аппарат с функцией создания на уровне Франкенштейна. Скажи, пожалуйста, здесь тебе этот момент понятен?
Ну, в принципе, понятен, то есть как Франкенштейн мог перекраивать, да, или вносить разные элементы всего и создавать что-то новое, то, наверное, здесь как, ну, вот понимание, наверное, того, что можно внедрить с помощью нейросети и развить очень глобальные, да, там, вещи, то есть, и, но опять-таки, здесь, наверное, есть и свои плюсы и минусы этого всего, потому что внести там можно будет все, да, а где будет глобальная, ну, польза, да, из этого, как правильно выявлять вот эти вот моменты, да, и понимать, где есть грань, да, или принятие того, mm-hmm. где что полезно, где не полезно, потому что, насколько я понимаю, что нейросети могут генерить абсолютно любую информацию, какая бы она была туда заложена. Вот в этом-то и суть. Что, где, как ее выбирать, да, на что обращать внимание. Давай немножечко еще такой момент, да, поймем, что может нейросеть. Ну вот, например, я специалист Ольга Гаранжа, да, есть моя методика обучения детей. Вот если нейросети передать мою методику, да, передать ей видео, которыми я делюсь в открытом доступе, моими публикациями, и сказать ей разработать такую же программу, которая разработана была мною как человеком, да, то на основе вот этого всего материала нейросеть это сможет сделать. Только отличие будет в чем? В том, что у нейросети нету эмпатии, да, и чем еще отличие? Нейросеть не может творить. Отсюда давай попробуем понять, почему мы именно вот эти технологии связываем с системой образования, которая есть сегодня, да, и которой обучаются наши дети. Что такое сегодня система образования? Да, вот есть педагоги, воспитатели, мы будем брать в общем. Они работают на основе программы, которая утвержденная, да, и, соответственно, педагоги, они не могут двинуться ни вправо, ни влево, да, они должны выдать материал, который соответствует этой программе. То есть на сегодня они не могут выбирать, по каким учебникам им работать, потому что это есть уже запрограммировано, какую программу для обучения им выбирать, да, и есть еще такой момент, что сейчас очень огромная наполняемость детей одной группы, да, есть переполненные классы, детские садики переполненные, то есть все-таки мы говорим о при разнообразии детей единых подходах к воспитанию и образованию. И вот она сейчас рождается, новая технология, да, которая говорит, что она может скопировать педагога, да, то есть взять его уроки, его программы, и чем больше она будет обучаться, что значит обучаться, чем больше ей будет даваться информации, тем ближе она будет приближаться к аналогу. Сами же специалисты, разработчики этой программы, они утверждают, да, что, с одной стороны, эта программа может стать помощником человеку, и с другой же стороны, она может изменить этот мир, да, но для кого эти изменения станут, скажем так, смертельными? Когда, условно, человек перекладывает, ну, либо его деятельность, да, связана с какими-то логическими операциями. То есть все-таки появление вот этих новых программ, они требуют от человека новой системы мышления, новых подходов, да, а именно понимание, что я созидающая личность, которая умеет сопереживать, подчеркну, искусственный интеллект, он этого делать не умеет, и в этом есть отличие, что мы люди, которые можем придумывать новые ходы, а это значит, влечет за собой развитие креативного мышления. И соответственно, да, вот с этими новыми воспитательными целями мы понимаем, что старый подход, когда педагог пришел, рассказал урок, да, дал информацию, и задача ребенка запомнить эту информацию, да, и потом
показать, что я ее знаю. За это получают оценки, да, либо наклеечки, либо что, ага, все, я запомнил. Сейчас это будет не актуально. Почему? Потому что эту информацию легко можно будет получить с помощью новых открывающихся технологий, да, то есть любая информация находит, структурируется на таком хорошем уровне. Ну, правильно я понимаю, извини, Оль, что здесь все равно не будет развития вот этой гибкости ума, да, там, креативности ума. То есть здесь будет чисто логическое и техническое мышление, насколько я понимаю. То есть то если ты выполнишь эту задачу, то есть у тебя откроется там ход к новой игре. Если ты откроешь вот эту, сделаешь задачу, у тебя будет, ну вот в этом заключается мотивация. Ну, да, словами, когда мы раньше страха. Так мыслили, да, ведь наша система образования была построена на чем? На изучении наук. Мы учили математику, учились читать, учились писать, учили биологию, химию, физику как отдельную какую-то науку, да, то теперь эти функции будет выполнять нейросеть. И машина в любом случае это делать будет быстрее. Машина всегда посчитает быстрее, чем человек. И в том-то и вопрос, что сейчас эти технологии заходят, и от нас, от педагогов и от родителей требуются совершенно иные подходы к воспитанию, образованию и развитию детей. Итак, на что же нам нужно обратить внимание в связи с новым временем? Первое, это, конечно же, понимание того, что мы должны научить ребенка понимать себя, смотреть не вовне, а смотреть в себя. Какой я уникальный, какие у меня есть природные таланты, что я ощущаю, почему я ощущаю. Естественно, познакомить его с окружающим миром, да, это мир, в котором мы живем, в нем есть определенные правила, определенные законы, и в связи с этим, как мы взаимодействуем с этим миром. Да, кто я есть в этом мире? А я есть личность, которая может к себе, к своему развитию, принятию своих решений подходить осознанно. Во-вторых, конечно же, мы возвращаемся к тому, что мы должны уделить огромнейшее внимание вопросам воспитания. Да, как в нашем детстве, наверное, так скажу, крошка сын к отцу пришел и спросила кроха, что такое хорошо и что такое плохо. Почему это очень важно? Ну, как мы сказали, да, первое, это понимание себя, понимание своего таланта. Так вот, представим, что ребенок рождается, и у него есть такое умение, да, рожденная природа, как манипулирование ножом. Так вот, важно, как он будет применять этот талант. То есть, с одной стороны, он может убивать людей, да, с другой стороны, это может стать хирург, который будет спасать жизни, который будет настолько виртуозен, да, в своей работе, что станет лучшим. Так вот, именно воспитание личности позволит человеку в дальнейшем, да, выбрать именно правильный путь применения своего таланта. Вот в чем мне интересно тогда, насколько важно закладывать вот эти вот ценности, почему они так настолько важны, да, что, допустим, там оперировать ножом, ну, хирургические операции делать, это будет более важно, да, чем, допустим, там метание ножей, ну, к примеру. Смотри, ну, помимо опасности, да, но вот ребенок, допустим, да, скажет, что вот мне такой путь больше нравится, но вот как вот сказать, да, окей, это твой выбор, да, или вот насколько важны вот эти вот ценности, для чего они нам нужны? Ты знаешь, вот должна вернуться вот эта мода, да, на такие вещи, как честь, совесть, достоинство, это должно вернуться, да. Эмпатия – это умение понимать, какие чувства испытывает другой человек, и
это очень важно развивать, но и при этом, да, при сопереживании не впадать в чувство жертвы, понимать, что я личность и какие есть задачи, да, у моей личности, что я могу реализовать, вот это, наверное, вот что я могу важно. Реализовать mm-hmm. в этом мире, да, когда ребенок понимает свои задачи. И, естественно, это не произойдет ни в 5 лет, ни в годик, поэтому для этого, да, чтобы в свое время ребенок к этому пришел, должна быть создана определенная развивающая среда, да, где ребенок учится узнавать себя в разных ролях и учится узнавать свои эмоции, да, и понимать, в какой роли ему комфортно, в какой роли ему нравится быть, да, кем. Дальше, что такое вот развитие, мы должны понимать. Это очень важный момент, потому что на самом деле сейчас идет огромное количество вопросов, связанных с тем, что задержки развития, да, и во многом это связано с средой и условиями, в котором находится ребенок. Чтобы было понятно, да, почему Маугли стал Маугли. Ну, не потому, что он родился, да, а потому, что он молчал. У него не было надобности разговаривать. Да, такого примера, поэтому он и не говорил. Вот нам важно понять, что такое развитие. Приведу на уровне бега. Да? Вот сегодня мой ребенок пробежал 50 метров, к примеру, без остановки. Я говорю, какой ты молодец, пробежал 50 метров, и это твоя победа. И если мой ребенок каждый день бегает 50 метров, то здесь никакой речи о развитии не идет. Он бегает, он уже научился, да, и эта цифра не меняется. Но когда сегодня он бежит 50 метров, завтра он бежит 60 метров, послезавтра он бежит 70-80, то это уже говорит о развитии. И дальше, а как же создать, да, вот эти условия, чтобы у него было желание бежать 60, 70, 80. Ну, во-первых, мы, родители, должны это понимать, что научился, здорово, двигаемся дальше, да, всегда есть направление, куда можно уйти дальше. Да. Вот тут есть, наверное, еще такой вот момент, кстати, вот, да, вот здесь я очень согласна, потому что мы, ну, особенно родители, да, я говорю по себе, что на определенном этапе мы очень активно занимаемся развитием ребенка, чтобы у него там первые шаги, первые слова, да, первые движения там. И как только он становится более или менее самостоятельным, мы перекладываем эту ответственность на что? На какие-то организации, детские садики, воспитатели, школы, и все. И мы перестаем уже интересоваться развитием и перестаем интересоваться, как же там на определенном этапе у него сейчас физика, да, там, или психология, да, там у ребенка развивается. Что нам с этим делать? Нужно, и мы перестаем, то есть все, мы отдали, там занимайтесь, там час позанимался, забрали, и все, дома так вот, да, побегали, попрыгали, да, это действительно важно, я согласна. Во-первых, нужно нам, родителям, взять ответственность на себя за воспитание своего ребенка и за развитие, и понимание, да, что если мы идем к специалисту, и этот специалист будет работать с моим ребенком, то он не просто научит его шнуровать или играть в сенсорные игры, да, развивать мелкую моторику, он еще будет передавать систему мышления. И это побуждает нас, родителей, выбирать специалиста, даже не столько клуб, да, компания, как именно специалиста осознанно по тем ценностям, которые по соответствуют нам. Да. А как же мы можем сделать этот выбор? А этот выбор мы можем сделать, если мы понимаем, какие у нас образовательные цели. Да? Если я как мама сажусь, и я понимаю, так, мне интересно, куда идет этот мир, да? Куда он развивается. Заходят в мир новые технологии. Да? И вот опять-таки, новые технологии. Почему мы подняли первым вопросом воспитание? Потому что те люди, в чьих руках будут эти технологии, да, мы понимаем, что мир с технологиями можно разрушить очень быстро,
Но и можно эти технологии во благо развития и человека, и мира, и всего. То есть они будут облегчать, они будут высвобождать наше время от рутинной работы. Это очень важно. Да, я помню в свое время, когда у меня был такой момент, и мне приходилось все считать пальчиками. И это продолжалось до какого-то определенного момента. А потом, когда я говорю, нет, все, хватит, нам нужна программа, и программист написал программу, да, и тогда я получила для себя такой урок, что считать цифры должны машины, они сделают это быстрее. И настолько у меня появилось много свободного времени, да, когда программа могла за полминутки сделать те процессы, на которые у меня уходили одни сутки. Вот у меня сразу созрел вопрос. А сейчас в основном, ну, там большая масса, да, там родителей гонятся за тем, чтобы научить ребенка быстро считать. Да, это вот, как это называется, счеты эти, абакус, да? То есть на абакусе быстро считать в уме большие суммы. Насколько это нужно нашим детям вот в данной ситуации? Насколько это их развивает? Что, да, и что выбирают родители, это их право, это их выбор. Опять-таки, ну, выбор, вот что мы должны понять, да, в любом случае, когда мы что-то выбираем, мы понимаем, что это связано с математикой, математическое развитие, да, ментальная арифметика. Для чего это нам? Вот что может дать вообще математика? Математика – это наука, которая нам очень нужна, потому что она учит нас мыслить. Но когда мы что-то заучиваем, это не математика. Да? Ребенок не должен выучить счет 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ребенок должен с самого начала понимать, да, что эта ручка, она одна. Это карандаш, его количество 2. А количество 2 мы записываем циферкой 2. То есть ребенок должен не просто выучить цифры, а понять законы. Это будет формировать определенное мышление. И вот мы с тобой подбираемся к следующему фактору, да, который нам очень будет помогать в воспитании детей нового времени и это и сейчас уже и нам, родителям, очень актуально, креативное мышление. Вот что здесь важно понять, да, в чем должен поменяться подход? Вот можно сказать 3 плюс 3 равно 6, а можно сказать 6 – это наша цель. Как мы можем к ней прийти? 6 – это 1 плюс 5, это 2 плюс 4, это 3 плюс 3, это 4 плюс 2, 5 плюс 1, это 7 минус 1, да, и вот здесь уже получается, чему учится ребенок, что есть много способов, как прийти к этой цели. То есть, и вот как раз выкладание математики это в таком то, контексте, я понимаю, да, вот оно будет формировать у ребенка вот эти способы мышления, да, что есть не один путь, а есть много. Мне очень нравятся задачки, которые мы решаем с нашими детьми. Например, нарисовано на картинке 4 предмета и сказано, какой здесь предмет лишний, да, вот есть математика, в которой только один вариант правильный, да, лишняя белочка, потому что она животное, а здесь все остальные птички. Чему учит такая задача? Эта задача учит тому, что есть только один ответ. Но когда из этих четырех картинок каждая может быть лишняя, да, например, первая отличается формой, вторая отличается размером, третья картинка отличается цветом, четвертая, например, яблочко, да, пририсовано у него листик или что-то. Чему учится в данной задаче ребенок? Что каждый вариант может быть решением твоей задачи. И это как раз про креативность мышления. Далее, развитие творчества, да, когда ребенок придумывает. И что здесь вот для нас, родителей, очень важно?
у деток просыпается сила воображения. И вот они начинают сочинять, начинают придумывать какие-то различные ситуации, да, и мы как родители, мы же уже имеем опыт, и не всегда нам эти ситуации нравятся, и что мы говорим? Не-не-не, такого быть не может. Таким образом мы обрубаем вот эти крылья воображения, да, ребеночка. А нам этого делать нельзя, нам нужно позволить ему размышлять, да, продлить вот эту цепочку. А как ты думаешь, если будет вот так, что будет потом? А что будет потом? Это развитие причинно-следственного мышления. И вот эту силу воображения мы должны направлять в состояние радости, в состояние пользы. Почему я говорю? Потому что воспитание — это вот прям первое место занимает сейчас, да, мы должны себя перевоспитать, мы должны начать мыслить созидательно, почему? Иначе тогда машины займут наши места, и как вот мы сможем проявиться как люди, да, потому что есть условия, при которых человек может творить, и есть условия, при которых человек творить не может, вот нужно создавать эти условия. Дальше, когда ребенок рисует, да, тоже очень важно здесь дать ему проявлять вот эту фантазию. Либо когда он играется, и мы видим, как он умело манипулирует предметами, что-то придумывает, а у нас какие-то наши мысли появились, да, и мы хотим оборвать игру. Нет, нам нужно себя остановить и обязательно дать ему наиграться, насытиться. Вот выбирает он зеленую краску, а мы с детства привыкли, что солнышко желтое, да, но мы же таким видим солнышко, только находясь на земле, никто, ну, я говорю за общее количество людей, но сейчас уже мы понимаем, что солнышко, оно на самом деле не желтое. Желтым мы его видим, находясь на земле. Солнышко может быть и зеленым, и синим, и красным, и фиолетовым, да, а на самом деле оно белое, все находится, цвет его зависит от того, на каком расстоянии мы от него находимся. И если раньше, допустим, ну, скажем так, 10 лет назад нас это пугало, и мама, ну как это, ну солнышко же желтое, потому что нас так научили, то сейчас мы должны пойти совершенно в обратную сторону, когда мы даем ребенку проявить себя. И очень важно, чтобы мы еще воспитывали любопытство в детях, да, потому что вот именно вот это, быть любопытным, да, это обязательное такое качество, которое поможет креативно развиваться. Потому что когда ребенок задает много вопросов, он двигается вперед, он делает какие-то новые открытия, новые свершения. И вот именно это будет отличать нас от технологий. Технологии будут делать только то, что в них запрограммировано, да, и обучаться в рамках этой программы. А именно человек, думающий, творческий, созидающий, он сможет, конечно, придумывать какие-то новые ходы, новые варианты решений. Правильно я понимаю, что через 3-5 лет, а может быть и завтра, то есть выбирая какую-либо онлайн-школу для ребенка, мы должны задать, кто ведет занятия. Это, да, обязательное условие. То есть, да, это нейросеть. Да, это будет живой человек, и на самом деле, да? И вся идея в том, что сейчас, ну, с каждым днем, да, все сложнее это различать. И вот как раз те моменты, которые мы с тобой обозначаем, они и помогут нам отличить, да, и, собственно, я могу сказать, что каждый родитель будет делать свой выбор, кому он хочет отдать воспитание, образование своего ребенка. Это вот, возможно, сейчас, знаешь, я в Германии нахожусь, и многие родители все время жалуются здесь на то, что здесь очень развиты, плохо развиты технологии разные, сервисные программы там и все остальное, бюрократия с бумагами и со всем остальным. Я начала копать для того, чтобы понять, а почему так, да, ну вот почему они не бросаются, да, там, на технологии, на вот это, ну, все то, что облегчает жизнь, да. А,
вопрос оказался вообще на поверхности легко. Они говорят: Марин, а зачем это нам? Ну, то есть мы живем нормально без этого всего. Говорит, ну, пришло письмо, ты взяла, ответила. Ну, какая разница, где ты отвечаешь, в телефоне или рукой напишешь, да? Ну, вот как бы такой вот факт. Другой момент того, что, говорит, ты записал рукой, да, и ты запомнил этот ответ, и что у тебя это письмо было, да, ты не теряешься в количестве. Или там, я помню, еще 10 лет назад, когда я приезжала в Германию, все говорили: вау, у тебя 6-й айфон, я это вот запомнила, да, там я аж такая ходила, да, у меня там типа последний айфон, а здесь были обычные раскладушки, да, вот с техникой. И люди вообще не парились. И когда ты им пишешь на выходные дни, они тебе могут ответить вот в понедельник. И вот четко вот ты учишься вот этому вот моменту, что вот технологии технологиями, да, но жизнь она сейчас, вот она реальная. Когда ты на выходных, вот ты обязан посвятить это семье, поход в горы, да, там, или поездки куда-то, там, какие-то леса и так далее, да. Вот здесь этот очень такое модное слово, вальт-банны, да, это типа там какие-то лесные ванны, да, то есть что, дышать воздухом. И все, телефон отключается. Даже пришли письма, звонят, какие-то экстренные там это. Нет, все, он отключается, да, то есть мы ответим в понедельник, когда будет рабочий момент. И вот тут четко предупреждает, это вот, наверное, то, чего нету в нашей ментальности, да, вот, кстати, наверное, это тоже один такой вот момент нашего времени, насколько это важны личные границы, да, вот, потому что здесь четко мы работаем 3 дня в неделю, вот, с 8 до 12, да, там, или до 4, все, если ты напишешь нам в понедельник, ну, это твои проблемы, мы ответим все равно во вторник, да? Потому да, что это вот как раз о том, что мы должны воспитать в наших детях эмпатию. Это и умение сопереживать, да, откликаться на нужды другого человека и при этом отстаивать личные границы в реализации каких-то своих жизненных, профессиональных задач, обычных. И начинается это вот как раз с самого раннего возраста, да, потому что кризис 3 лет – это о чем? О том, что у ребенка очень много эмоций, и от того, насколько родители подготовятся к этому этапу, да, насколько они будут готовы ребенку помогать справляться, потому что эмоции вызревают, а функция самоконтроля еще опаздывает. Вот насколько мы поможем нашим детям научиться, да, совладать своими эмоциями, понимать их, принимать, и понимать, почему я испытываю ту либо иную эмоцию, и как я могу ее перевести в другую, да, более высокую, состояние вот радости, да, интереса, удовольствия, потому что, скажем так, для того, чтобы ребенок учился, развивался, узнавал этот мир, его многообразие, да, это тоже все направления, которые влекут новое время, ребенку, ему очень важно, да, две основы. Первое – это состояние физического здоровья, и второе – это состояние психологического, эмоционального здоровья. Потому что пока ребенок капризен, у него не будет желания что-то узнавать, что-то познавать, что-то придумывать новое. Татьяна, ты ж дуже рада вас бачити. Вот. И это очень такой важный момент. Следующий момент, да, который хотела... вот давай сейчас мы да, далеко не будем отходить от эмоционального воспитания наших деток. Новое время, оно подразумевает под собой объединение людей, да, потому что у меня есть талант, и у тебя есть талант. Но когда мы научились объединять наши таланты, то у нас с тобой получится вместе что-то творить, что-то создавать уже совершенно другого уровня. А вот как раз для того, чтобы люди научились правильно коммуницировать, да, они должны научиться
в первую очередь сдержанности, конструктивности. И вот этому как раз тоже нужно начинать обучать с самого раннего детства. Потому что откуда это все начинается? Это как раз все начинается с песочницы, когда мамы приходят с детками в песочницу, да, и тут вдруг двум деткам понадобилась одна и та же игрушка. И вот здесь задача наша родительская, да, не бежать сразу покупать, чтобы у каждого была своя лопатка, а научиться так взаимодействовать друг с другом, чтобы этой одной лопаткой мог поиграть и Саша, и Сережа, да. То есть подсказать детям модель поведения, как это можно сделать, чтобы хорошо было и одному, и второму одновременно. Ну вот это тоже вот момент, да, тут как в Германии очень принято, что здесь общие игрушки на площадке, что они, все дети понимают, что они общие, здесь нет твоего или там чего-то, да, вот они общие, и они ими очень хорошо действуют и не ссорятся никто. То есть свои игрушки они несут практически никогда, да, или очень-очень редко. Я не видела детей со своими игрушками вот там в той же песочнице. То есть здесь все остается и все свое. Ну, то есть вот это действительно очень-очень ценно, когда тоже есть вот этот момент понимания, да, и тут, наверное, про личные границы, да, вот как бы про собственность, про вот это вот ощущение. Это вот, кстати, по поводу эмоций, тоже, насколько это было правильным, да, вот, во-первых, то, что вы работали с родителями и объясняли нам, как это все работает, а второй момент, вот, когда ребенок, ну, так у меня все удивлялись Сарише, но, тем не менее, вот был такой вот момент, там, она плачет сильно, да, или еще что-то, к ней кто-то подходит, она говорит, меня сейчас трогать не надо, я очень сильно злюсь. И она закрывалась в комнате, да, там она пока вот это вот все свое не переедет, она потом выходит. Ты понимаешь, здесь ребеночек, да, сам подсказал нам, потому что мы привыкли жить в таком дуальном мире и делить все на плохо-хорошо. Но на самом деле это неправильный подход, да, потому что у каждого человека есть весь спектр эмоций. И первое, вот с чего мы начинаем, это с того, что ребенка знакомим с этими эмоциями. И да, вот я же говорю, рассказываем, что она ты можешь эмоцию, переживать, да, каждую эмоцию. Да, я могу злиться, каждый человек может злиться. Вопрос в следующем этапе, что когда мы учим ребенка, да, если ты сейчас будешь злиться, как себя будет чувствовать тот человек, который находится рядом с тобой? Поэтому, когда она говорит, не трогайте меня, это уже ребеночек, который, я бы сказала, очень осознанно понимает, да, что сейчас я испытываю эту эмоцию, да, понимает, и эта эмоция может не понравиться, да, как сказать, капля чистой воды может очистить всю лужу, да, и, соответственно, тоже, точно так же капля плохой эмоции может испортить настроение всем, да, ну и как мы видим, если мы идем и нам кто-то в ответ улыбается, здоровается, то сразу поднимается настроение. И... Ну вот, вот я говорю про то, что вот это вот понимание было у нее заложено, что когда она злится, это нормально, но в этот момент она может что-то сделать, да, то есть нехорошее, да, там или человеку, или так далее, кто с ней рядом находится. И это вот у нее уже было такое понимание. Но и то, что когда она видит, что другой ребенок там либо плачет, либо с ним что-то происходит, она подходит и спрашивает, нужна ли тебе моя помощь? Да, или могу ли я тебя пожалеть? То есть вот эти вот моменты для нее тоже важны. То есть она понимает вот эту вот границу, да, что, возможно, человек, если он и плачет, то помощь ему все равно не нужна, да, то есть, ну, в эти моменты. Тоже вот это, вот я за это очень-очень благодарна, что вот реально научили понимать ребенка и чувствовать, что она сейчас испытывает в данный момент. Во-первых, это облегчает мне очень сильно работу, да, там, или взаимоотношения с ребенком. То есть я знаю и понимаю, что делать в этой ситуации, да, там, я даю ей время, я спокойно на это все реагирую, да, то есть я говорю, да, так бывает, это возможно, это нормально, это живой человек, ты можешь это чувствовать. Да, поэтому давай немножечко подытожим вывод. Такое, чтобы нам был понятен. Мы понимаем, что мы заходим в новое время, это цифровое, поэтому на первое место у нас выходит воспитание детей. Родители должны сделать осознанно выбор,
чему, как и где они хотят обучать своих детей. И этот выбор можно сделать только тогда, когда мы понимаем и ставим цели в воспитании наших детей, да, каким мы хотим воспитать нашего ребенка. Потому что сегодня это ребенок, а через 30 лет это будет взрослый человек, который будет принимать решения. И от того, какие будут приниматься решения, да, будет зависеть. Это будет направлено во благо человека и в улучшение нашей жизни, да, либо это все будет разрушаться. И я хочу подчеркнуть тот момент, что с теми технологиями, которые заходят, разрушения будут очень быстрые и молниеносные. Потому что, как говорят специалисты, разработчики, да, что это новые технологии, которых мы еще не знали, но которые очень резко поменяют нашу жизнь. Соответственно, да, мы понимаем, что мы должны подходить совершенно другому, по-другому. И здесь уже важно даже не то, как информация, да, технологии, и нам как раз будут помогать запоминать эту информацию. Мы должны быть готовым к тому, что мы должны учиться, переучиваться, еще как называют вот это время. Время постоянного обучения, непрерывного обучения. Да? Вот, например, если раньше человек за одну жизнь, у него была всего лишь одна профессия, да, то сейчас человек может проявлять себя абсолютно в разных направлениях, в разных профессиях. Но для этого нужно раскрыть его природный потенциал, воспитать. На первое место должны выйти такие понятия, как честь, достоинство, ответственность, высокая организация. Научить его понимать свои эмоции, креативно мыслить и открыто коммуницировать с миром. И вот это. Вот этот весь набор навыков, они помогут личности проявлять себя в мир, а, соответственно, быть актуальной и нужной, нужной этому обществу. Угу. Да, я понимаю это. Ну вот, и, наверное, здесь еще момент проявленности, да, то, что вот не бояться отвечать за то, что кто ты, что ты, как ты себя ведешь, что ты делаешь и так далее, да? То есть, да. Так, ну что, Мариночка, я предлагаю завершать наш эфир. Остались у тебя какие-то вопросы еще, возможно, может быть, какие-то мысли у тебя возникли параллельно? Да, я смотрю, кто-то тебя... Да, мыслей на самом деле очень много, потому что я понимаю, что нужно раскрыть, наверное, каждый момент здесь глубоко, потому что у меня, например, по каждому вопросу возникают, ну, по каждому моменту, да, возникают вопросы, то есть более глубже, то есть как конкретно это работать родителям, да, что делать, потому что я понимаю, что здесь и наша работа будет очень огромная, да, самих родителей, ну, лежит очень большая ответственность формирования нового поколения на нас. Второй момент — это, опять-таки, наши дети, потому что они реально другие, да, и они по-другому воспринимают этот мир. И то, как мы представляем себе креативность, да, там, и наши дети — это абсолютно разные понимания. То есть, допустим, там, как я рисую, ну, грубо говоря, придумываю картины, да, у меня свое восприятие, у меня ребенок по-другому говорит. То есть, говорит, мама, там, она хочет нарисовать дом, она говорит мне, покажи, какие дома бывают, да, то есть она все, прежде чем что-то рисовать, мы заходим, изучаем, какие бывают дома. Прежде чем там что-то лепить или делать, то есть она хочет узнать, какие бывают фигуры или структуры. То есть у них даже свой подход к деятельности абсолютно другой, да. И я понимаю, что даже просто не могу с ней что-то поделать. То есть мне надо самой готовиться к этому процессу, подойти, узнать эту информацию, чтобы можно было ей что-то сделать. Да, и в этом же будут технологии нам уже сейчас помогают, да, когда мы вбиваем в поисковик
какие бывают дома. И у нас выплывает много-много-много картинок, да, вот и мы можем рассмотреть. Смотри, может быть и такой вариант, и такой вариант, и такой вариант. А тебе какой нравится? А давай посмотрим, а что мы можем здесь улучшить? А если мы это улучшим, да, какая польза будет от этого, да, что будет для человека, какую проблему человека это будет решать. Соответственно, такие выводы может сделать только воспитанный человек, который обладает эмпатией, да, который переживает и понимает, кто я есть и чем я могу помочь в решении этой проблемы. Ну, а действительно, ты правильно сказала, каждый вопрос здесь очень глубокий и настолько, что это нельзя вложить во время одного эфира, поэтому в ближайшее время будет анонс родительского курса, куда я приглашаю и тебя, и всех родителей, для которых очень актуально осознанно подходить к воспитанию, развитию своих детей. И у Сухомлинского есть такая прекрасная фраза: «Воспитывая своих детей, мы воспитываем себя». Потому что на самом деле не только наши дети, я скажу так, где-то с 2016 года я поняла, да, это резко отобразилось во время занятий, да, по поведению деток, я поняла, что вот оно заходит новое поколение, и это было очень видно, и мне пришлось как педагогу перестраиваться. Почему? Потому что те модели, те подходы, которые были до этого и прекрасно работали, они в одну секунду просто не давали никаких результатов. А для меня, как для профессионала, очень важно, да, чтобы я видела результаты своих учеников, и я всегда горжусь их результатами. Безусловно, я от этого получаю радость и гордость, и я понимаю, что сегодня это маленькие дети, но через 20 лет бабушкой буду я, это будут взрослые люди. Поэтому, да, нам важно сейчас это понять, осознать и, соответственно, перестраиваться и нам, себя перевоспитать, да, задачи, да, и это нужно делать уже сейчас. Вот, Мариночка, я тебя благодарю за эфир. Благодарю за интересный вопрос, и я рада, что мы, несмотря ни на какие события, да, продолжаем заботиться о будущем, о том, которое мы построим в мирное время. Спасибо большое. Всего доброго. Спасибо всем зрителям, кто нас смотрел, кто был с нами в прямом эфире или посмотрит в записи. Всем пока-пока, до свидания.